Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с работами художников. Фрэнк Моррисон начал свой путь художника граффити в Нью-Джерси, разрисовывая стены аэрозольной краской. Родился в 1971 году. Я пользуюсь теми данными, которые мне удалось найти в интернете об этом художнике. Моррисон стремится запечатлеть людей такими, как они есть, передавая эмоции через свои картины и оставляя воспоминания о нашей жизни и сегодняшнем времени. Мои работы подчеркивают эволюцию повседневных, недостаточно представленных людей и мест в городском пейзаже. Я стремлюсь подчеркнуть и сохранить душу города через призму хип-хоп-культуры и городской иконографии. Я хочу, чтобы люди почувствовали визуальные ритмы, который управляет жизнью обычного человека, говорит художник. Работы Моррисона были представлены на художественных ярмарках и показаны в Центре исследований культуры чернокожих Шоумбург. Работы известного иллюстратора Моррисона можно найти во многих отмеченных наградами детских книгах. Моррисон подписывает каждую из своих работ благодаря Богу, чтобы также выразить свою благодарность за Божий план, благодаря которому он оказался там, где он есть сегодня. Я знаю, где я нахожусь, не случайно. Я просто хочу иметь возможность продолжать делать то, что я делаю, говорит Фрэнк Моррисон. Живет он в Атланте, штат Джорджия, со своей женой и 5 детьми. Вот так немного информации о художнике Фрэнк Моррисон. Данные из интернета. Пока-пока, до свидания. Смотрим работу.